Говорят, сетевое это не мое. Приглашая людей в бизнес, вы слышите от них странные слова. Я, наверное, не смогу это сделать. У меня, наверное, не получится. И многие очень рекрутеры своим потенциальным кандидатам в бизнес начинают рассказывать какие-то сложные системы успеха. На самом деле, в нашей жизни не должно ничего поменяться. И мы своим будущим партнерам должны это рассказать честно. Настоящий сетевой маркетинг – это ничего в жизни не меняется. Это очень большой секрет. Это большая тайна, которую никому на самом деле не рассказывают до конца. Если вы где-то посмотрели хороший фильм, вы наверняка поделитесь со своими друзьями. Если вы где-то купили хорошее мясо, вы ведь рассказываете, что вот в таком-то магазине у такого-то вот продавца есть хорошее мясо. Если вы купили конфеты, вы расскажете. Если женщина нашла какую-то хорошую блузку, кофту, бижутерию, косметику, она всегда поделится со своими подругами. Так вот, сетевой маркетинг – это поделиться с друзьями какой-то хорошей новостью. Для этого не надо овладевать какими-то суперзнаниями, для этого не надо проходить какие-то мега-курсы, для этого не надо менять квалификацию, специализацию, для этого не надо получать новый диплом. Просто-напросто необходимо пользоваться продуктом, получить результат и поделиться своим результатом с друзьями. Очень часто, если это продукт для здоровья, для здорового образа жизни, то результат быстро вы получите. И он будет, что называется, на лицо, а у некоторых он может быть и на животе. У некоторых уходит целлюлит, у некоторых уходит вес, у некоторых меняется кожа. Некоторые люди начинают подниматься на этажи тогда, когда они этого никогда не делали и пользовались только лифтом. И своими качественными, положительными, позитивными изменениями в жизни вы начинаете хвастаться со своими друзьями, своим друзьям рассказывать, что с вами произошло. Вот и все, что нужно знать о сетевом маркетинге. Не стройте никакие сложные системы продвижения бизнеса. Не придумывайте никакие механизмы. Просто делитесь со своими друзьями результатом. До этого пользуйтесь продуктом, получайте результаты, зарабатывайте большие деньги. Вот весь секрет. И когда вам скажут, что сетевое это не мое, и вы им расскажете то, что вы сейчас услышали от меня, вы получите мгновенный положительный ответ.